мимо Шабалина, конечно, не пройдешь. Без шуток. Без шуток. Только я хотел добавить, без шуток, да. Ребят, Дмитрий Шабалин, известный рыболов, производитель спиннингов Херти Райс, приманок, чемпион Бейтс и всего-всего-всего, джигит и так далее. Вот, да, все уже и не... Смотри, какие мы поролонки? Сейчас но поролонки вы начали делать еще в прошлом году. Да, но лучшие вообще. Стали делать лучше, самые, да? Самые красивые поролонки в России. Да, надо заметить, да, что, конечно, Дима... Человек, который, мы помним, сказал, в 2012 году мы жили в этом, на Угличе, в одном этом домике, да, и они там с Сергеем Евтисовым строгали, значит, свои поролонки. У меня вопрос простой. ПАЛ 2020. Да? Слушай, ну мне еще как бы не объявили тут никто. Места? Какие места, да. Ну, вроде какие-то тут слухи походили. Вот. А ты выдай. Мы завтра в эфире. Давай, заспойлерим. Слухи Рыбинка. Рыбинка, так. По-моему, в начале от Сосны. Так. Потом... Да ладно, отличный водоем. Так. Там Зеленодольск, насколько район Свияги, да? Тоже хорошая тема. Самара. Финал. Насколько я слышал. Угу. Да, но это все секретная информация. Да. Но мы никуда, да, кроме нашего, да, YouTube-канала, да, ее не выложим. Поэтому, че уж там, ха-ха. Вот. Слушай, честно говоря, мотивация пока на нуле. Вот, ну как, для вашего канала, честно скажу. Да? Конечно. Вот. Серега Евтисов, что? Хочется Сережа Евтисова тоже. Вот, он ушел в Лососевую тему больше, там, да, сейчас там. Камчатка, Кольский и так далее. Вот. Ну, я немножко там морем тоже увлекся, но это как бы не имеет, это все-таки зимний вариант, да, море. Вот. Ну, желание есть, как бы, поработать больше, скажем так, в качестве тренера. О, как! Команду готовишь? Да, я хочу, в общем-то... Интересно, вот это интересно. Серьезный экипаж, ну и, возможно, и самому в нем тоже... Ну, типа на финальчик один раз, ну, зайти. Ну, на финальчик или, да, в какой-нибудь там, может быть, да. Или на отсосную рыбинку. Да, или на отсосную рыбинку. Вот, кого будешь тренировать? Скажу честно, да, ну, буду тренировать серьезных уже столовых. Ну, фамилию назови. Вот. Скажем так, имя. Могу имя назвать. Ну, так. Костерев. Ну, в том числе Костерев, да. Вот. Еще один. Артем. Еще один претендент. Павел. Олег Карамцов. Вот. Еще один претендент. Это Семен Готовский. Это напарник Олег. Все понятно. Все понятно. То есть люди серьезные. Если мы будем заходить, то. Скажи мне, ты же, по-моему... Ну, именно с прицелом, чтобы порвать некоторых товарищей. Скажи, пожалуйста, ты же, по-моему, ни разу не пропустил ПАЛ вообще за всю историю. Да, 24 этапа. 24 этапа. Недели. Это год, целый год. Целый год ПАЛа, да? Непрерывно на ПАЛе. Я последний пропустил в прошлом году. С таким наслаждением смотрел это по телевизору. Ты знаешь, мне тоже так хочется. Я тебе могу сказать вообще. Я даже так и запланировался. Думаю, поеду на Чебоксарку. Утром порыбачил. Начался ПАЛ. Посмотрел его спокойно, понимаешь, закончился ПАЛ, поспал, опять поехал на вечер. Ну, все как вот, знаешь, по так, по-человечески, порыбачить, без гонки. В общем, ну, пока вот как на духу все рассказался. Да. Я обещал, что не буду тебя спрашивать про твои спиннинги, чего нового ты сделал. Но если есть чем-то такое, что ты вот прям хочешь прям загордиться, то с удовольствием покажем. Загордиться. Давай морскую тему. А, слушай, я тут встретил Стафиевского, и про морскую тему не рассказать. Слушай, давай расскажем. Вот прям вот так, да. Мое тут, как бы, скажем, моя заслуга в этих спиннингах небольшая, да, у Херти Райс очень серьезная собственная программа. Морская вот, именно, да? Вот, сейчас вот эта поппинговая серия, замечательная, это геолак. Вот.
Можно подержать? Да. Блин, вот я думаю, я вот думаю поехать, что может мне тоже начать заниматься морем, но это, блин... Это чрезвычайно интересно, но я лежал каждый вечер, я лежал вот вечером и всю ночь массировал себе вот... Это же вот так вот, вот. Да, целый день. Это как бы, ну, хоппинг это вот так вот. Вот так вот. Вот так. Целый день. То есть это тренажер, да. Вот. А, но еще хуже это быстрое движение. Ужас. Фаст-джик. Фаст-джик это вот так вот. Вот реально, даже чем быстрее, тем лучше. То есть целый день. Целый день это просто невозможно выдержать. Поэтому вы делаешь две проводки, потом садишься, выпиваешь там бутылочку пивка или стакан там венца белого. Вот. Красное. То есть если соберешься, серьезная подготовка. Я понял, придется в зал ходить. Больше. Надо уже сейчас начинаться. Начинать качаться. Когда придумали такое слово джиг. Слово джиг называется. То же самое, только в 5 раз медленнее. Вот так вот. Слушай, ну ладно, спасибо тебе большое. Ты на самом деле рассказал, мне кажется, больше, чем кто бы ты ни был. Не зря мы зашли на этот стенд. Вот, выведали все. Диме пожелаем успеха. Удачи же мы там не желаем. Да. И как-то за нашу победу. Давайте выпьем за победу, за нашу победу. Давай, давай, Дим. Счастливо, хорошей выставки. Ну, а мы пошли дальше. Королёв ловил на крупные приманки в виде окуня, стримбейта, плотвы. Вот. А это новинка. С новым хвостом. Пульстейл. Можно ставить капсулу шумовую, будет кликать. Прикольно. Да. А вот здесь уже стоит. Есть, да, в этой модели. Вот в этой стоит, да. В этой нет. Ну и кроме форели есть и расцветки окунь там. Ну вот плотва. Да, вот галавы. Прикольно. А жарить пробовали? Нет. Надо говорят, попробовать. Говорят, вкусно. Да? Ну пахнет, пахнет они, отлично. Они, да. Пахнет отлично. Но самый огонь универсальный, это будет гобишет. Они 20 и 23 сантиметра, соответственно, 90 и 60 граммов. Скажи, Вань, пожалуйста, а можно их оснащать в незацепляющемся формате? Еще как можно. Еще как? А можешь показать того, как? Вот да. Так, да? Вот уже готово. То есть берется специальный крючок Switch Gear. Понятно. Да. И эта приманка специально проработана таким образом, чтобы она гармонично с ним сочеталась. Все понятно. Соответственно, это 10-0 по 20 сантиметров, 12-0 по 23 сантиметра. Ну, то есть вот под этот размер. Да. Сколько вес у нее? 96 грамм. 96 грамм. И, в принципе, можно ловить на обычный джиг. Можно ловить на обычный джиг. Здесь груз может достигать любого необходимого веса. В данном случае 15 граммов, можно 30 граммов поставить. Форма обтекаемая, лопатка такая. А, ну вот, собственно говоря, сама шумовая капсула. Вот, да, мы ее покажем ее. Отдельно продаете? Ага. О, крутяк. Супер. А я знаешь, какие вот видел шумовые капсулы? Маленькие, вот такие вот коротенькие, да? Которые можно ставить поперек. Можно и сюда поперек. Сюда поперек. Ширины тела хватит. Да, хватает, понятно. Для особо верующих в звук. Ну, про угря не рассказать нельзя. Угри в новых цветах. Угу. В новых цветах, как оснащенные, так и не оснащенные будут в новых цветах. Вот такая палитра в том числе вот есть. Угу. Вот такой вот цвет интересный, да? Да, вот это вот прямо хит, хит такой, хит, тренд. Ну, а также обновилась линеечка знаменитых селедок Herring 6. Угу. Во-первых, новые цвета появились, но также и размеры. Теперь они 9, 11, 13 сантиметров, чего раньше не было. Поэтому теперь это не только огромные селедки, но и васи. Компактные приманки на судачка и утка. Да, я боюсь, что если я такую штуку принесу домой, меня ее отберут в детскую. На самом деле, вещь рабочая. Ну, понятное дело, что это все рабочее. Вот так вот. А вот так. Хорошо, хорошо получилось. Хорошо получилось. Все ясно. То есть новинки. Конечно. Ну,
не раскрыл, короче, нам Иван секрет про тех паловцев, про которые приходили. Я точно знаю, что приходили. Ну что ж, пусть это останется секретом. На паловцев и на пал у нас особые виды. Да? Особые виды. Понятно. Отдельно. Понятно. Я надеюсь, что я в этом году уже все, не буду участвовать. И половлю наконец-то на то, на что мне хочется ловить. Да. Свое удовольствие обязательно буду использовать приманки Savage Gear. Вот. Ну, спасибо за небольшой рассказ. Мы побежали дальше. Ну, мы, безусловно, не могли пройти мимо стенда North Silver, наших старых друзей, старых, молодых, я не знаю, ну как, давних друзей. Вот. И поймали здесь заместителя руководителя производства, да, все-таки? Или все-таки нет, руководитель я уже? Менеджер по доп. Оборудованию. Менеджер по доп. Оборудованию. Слушайте, но в прошлый раз, когда мы снимали, ты сказал, что ты не руководитель производства, а зам руководителя. В общем, этот человек понизили. Просили... У нас уже прошла выставка, поэтому вы понизили. А, выставка прошла, понизили. Все понятно, все понятно. Ну окей, мне кажется, что Андрей знает о лодках North Silver больше даже, чем Виктор Кожеров. Нет? Больше, чем Виктор Александрович, знает никто не знает. Только Виктор Александрович решает все вопросы изначально. Подбор цвета, как это должно выглядеть в массы. И он дает всем задания. Вот он задания дает, а интервью не дает. Вот что это такое вообще? Мы его ругаем прямо в прямом эфире. Ну хорошо, давай так. Мы недавно снимали видео про производство, которое скоро выйдет. Мы, правда, даже еще не приступили к монтажу, потому что эти выставки, они выбивают нас вообще из всех, из всей колеи. У вас там выставка за выставкой. Хельсинки. Началось с Дюссельдорф, Хельсинки. Стокгольм. Нет? Сейчас сначала на охоту рыбалка, потом Польша, потом Стокгольм. То есть мы в этом году... Везде, где можно. Держитесь. Держитесь, парни. Смотри, Андрей, когда ты нас водил по цехам производства North Silver, я обратил внимание, то, что на многих лодках есть такие наклеечки, где написано «Польша», «Финляндия» там, или там «Хельсинки» и так далее. Я на самом деле уже давно подозревал, что на сегодняшний момент мы, наверное, ну, я имею в виду Россию, да, вообще, или там постсоветское даже какое-то пространство, именно в части изготовления катеров вот такого класса, можно сказать, даже где-то на первом месте в мире, да? То есть на сегодняшний момент, если 5 лет назад поставить рядом российскую лодку и, допустим, американца, ты делал однозначно выбор в пользу американца, ну, если ты особенно любил какие-то там фельдеперсовые штучки, ковролинчик и так далее, да? Ну, вот, наши такого как бы не делали. То на сегодняшний момент, да, ты совершенно спокойно можешь, ну, как бы выбрать. Ну, я ходил, там трекер стоит, он меня, ну, не так возбуждает, как хаски. Могу сказать честно, да. Ну, у меня с этой лодкой давняя дружба. А вот, в целом, как бы это интересный производитель, хороший производитель. А вот, но есть такое у нас видео на канале, называется «Спасти рядового трекера». Это нам приехала лодка, у которой мы выкрутили вот такой шуруп из силового кабеля, ну и так далее. А вот. Сколько сейчас вообще, в принципе, на Европу уходит лодок? Много? Ну, наверное, скажу, с того по поводу 5 лет. Наверное, если вот то, что были 5 лет назад, в принципе, российского производителя вообще не занимался рыболовными лодками. Их не вообще, было. Да. Классические, с закрытым носом, сиденья, как бы, вот и все. И, наверное, скажу так, что мы, наверное, одни из первых в России, кто потянулся в этот сегмент. То есть то, что трекеры, ну, и все остальные производители на протяжении 15-20 лет развивались, наш российский рынок, грубо говоря, развился то, что больше за 5 лет. За 5 лет, то да. Есть, у нас никогда этих лодок не было. Не было культуры вот этой высокой палубы, спинги, чтобы все было. Все по как. Должна быть лодка-то глубоко стоять, наша казанка куда-то уйти, там спинги с собой должен притащить. Она только появляется. И я считаю, что, в принципе, да, вообще российский рынок достаточно быстренько к этому адаптировался. Производство именно. Производство, да. Что начали делать модели, и сейчас правильно сказал, что мы можем уделать многих американцев легко, и других легко. Производителей. А сейчас есть страны, скажем, Скандинавия, это Швеция, Финляндия, Дания,
им эти лодки интересны, новые, вот эти именно, но они очень консервативны сами по себе. То есть эта лодка не та, которую ты привозишь, и они покупают. Эту лодку нужно объяснять. То есть, чтобы их продать на европейском рынке, нужно с ними работать, именно в Скандинавии. Понятно. Потому понятно. Что они привыкли, у них две консольки, либо одна консолька побольше на себя одеть, и там мы ходим, мокнем, вот это все, троллинг. То есть я сам лично просто в Финляндии занимаюсь рыбалкой. И очень большой интерес нашим лодкам. Когда я куда-то выхожу, даже соседи, у нас там просто друг у меня живет, подходят, они смотрят, да, что это. Ты представляешь, что, видите, вот вы таскаете спинги, а у меня здесь все лежит. Вот у меня здесь уже разложены все мои приманки, а вы с сумками их уносите туда-сюда. И вот, и они начинают это чувствовать. То есть интерес вызывает, то есть можно продавать. Согласен. А при этом, допустим, те же самые скандинавы, им гораздо проще у нас заказать, потому что расстояние меньше, чем заказывать через какой-то, и ценовой вопрос. Понятно, понятно. Я на самом деле хочу, для многих, может быть, это даже новость будет, но есть уже даже заказы из ближнего, реального зарубежья, из скандинавских стран на оборудование катеров у нас. То есть они не могут там полноценно установить все их эвакуационное оборудование и так далее, и приезжают к нам, даже в Каширу привозят лодки из Хельсинки, чтобы мы им собрали катер для рыбалки в на их воде. Я с этим уже тоже сталкивался. То есть... У него тоже есть и русский клиент, который говорит, я с финнами лучше на земле. Нет, это прям фин был. И уже когда он сказал, что вот мне все сделали, сам финн обратился к нам, чтобы мы ему помогли. То есть у нас был случай, он сам приезжал, тоже делали. Наверное, нам уже будет Лапро открывать в Финляндии. Но это больше, наверное, исключение пока на данный момент, чем... У нас есть из Германии, из Прибалтики, там про Украину я не говорю, про Беларусь, понятно. Вопрос был задан по общему по продажам по Европе. Сейчас вот дошел до него, хочу на него ответить. В этом году у нас очень хорошо стоим на Дюссельдорфе. То есть в Дюссельдорфе мы все, что привезли, все лодки, они все остались в Европе. То есть часть из них забрал в Польшу, уехали, часть немецко-голландский дилер, и сразу же забрал частный клиент, немец, прямо с выставки лодку. Понятно. Плюс параллельно у нас там уже представляет наши интересы наш дилер, который находился вместе с нами. Они уже заключили 2 или 3 контракта по нашим лодкам, конкретно вот во время выставки. Но все понимают, что выставки это не то, где покупают, а это ты собираешь контакты, находишь клиента. Присматриваешься, конечно. И обычно потом с клиентом идет 1-2 месяца работы. То есть ты ему какие-то предложения, и спустя уже 1-2 месяца можно точно понять, чем это выставка. Понятно. Но уже сейчас достаточно большой интерес, большой спрос. Было очень много людей, кто заинтересовался. Качество сказали, что по цене интересно очень, и по культуре, как все сделано, тоже говорит, мало производителей, нам все одно и то же, а мы хотим что-то другое. Сейчас также очень хорошо в Хельсинки прошла выставка, тоже, соответственно, продали почти все лодки, которые были на стенде. Там уже дилеры на месте заключили договоры, плюс они набрали нормальное количество предзаказов. Ну что, супер, я на самом деле могу только порадоваться, что русская лодка не равно русская машина. Нет. То есть в каком-нибудь, скажем так, водомоторном топ-гире уже никто не будет издеваться над нашими катерами. 4 года назад, когда мы только начали по выставкам кататься, мы сюда повезли наш большой 1440, наш флагман. Именно как больше показать, что вот лодка, которую мы строим, посмотрите, как она сделана. Просто показать, насколько мы умеем, что у нас... Понятно, не лаптем щи хлебаем. Первое впечатление было, это же русская лодка, а потом как-то все больше, больше, больше. Через эти по всем выставкам катаюсь, 4 года, абсолютно другое отношение. В общем, я желаю, чтобы скоро это было, это же русская лодка. Русская лодка. Именно так. Ребят, спасибо большое Андрею. Вы, по-моему, в этой выставке, как компания, вы первый раз выставляете. Как завод, завод первый раз. Участвовал. Мы в связи с тем, что выставки совпадают в Московской, в Крокусе и в Стокгольме. Вы выставлялись там как завод, а здесь как дилер. Да, то теперь мы решили здесь участвовать как завод, а в Крокусе не участвовать, потому что у нас все лодки уезжают в Стокгольм. Понятно. То есть здесь на усмотрение дилера. Если дилер хочет, конечно, мы ему предоставим лодки, он может участвовать в Крокусе. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Хорошей вам выставки. Рад был видеть. Взаимно. Демонтируем видео, пришлем, будет классное видео про завод, обещаю. Хорошо. Пошли дальше. Зашел на стенд к основателю, амортизационных, движения амортизационных стоек
Алексею Пыкину, своему давнему товарищу, в общем, спасателю позвоночников многих и многих рыбаков и спортсменов и так далее. Сколько лет уже производишь ты стойки? Ну, это уже третья выставка, да, для тебя? Да. То есть это уже будет третий сезон или был уже третий сезон? 2020 год, это уже начат третий сезон. Это начат уже третий сезон, понятно. Чем ты нас порадуешь в третьем сезоне? Ну, как обычно, новинки. Вот, например, сделали наконец-то слайдер со сдвижной платформой. Угу. Это два в одном. Две плиты, которые, между которыми шарики с сепаратором из нержавеющей шарики, и управляющие, которые отнесены по бокам от стойки. За счет этого толщина конструкции у нас очень маленькая. Это самый тонкий слайдер на рынке, 25 миллиметров. И он очень крепкий, потому что диаметр входа шариков большой, и никакого шата у верхней пластины нет. Сколько стоит? 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – все удовольствие, да? Понятно. Что по стойкам новое? Ну, мы модернизируем стойки по мере их эксплуатации, усиливаем средние. Угу. Появились вот здесь вот дополнительные стойки, усилены слабые места на средних стойках. На двойных стойках мы внедрили дополнительные ребра жесткости вот здесь, вот здесь. Вот эти вот элементы, это усиление, которое мы сделали вот недавно. Угу. Вот эту деталь усилили, вот этот вот ползун. Ну, то есть просто модернизируете, улучшаете. Да. Все понятно. Алюминиевая. Алюминиевая стойка. Она уже буквально там 6 килограмм. Угу. АМГ-5 толщиной 6 миллиметров. Это для тех, кто там очень очень важно. Интересная обработка металла, да. Ну и тот, кто хочет именно алюминий, да, или именно, да. Именно алюминий. Сколько такая стоимость, какая розничная? Ну, в районе 25-28 тысяч. Двухтрубная стойка, невысокая, да, то есть основное преимущество – это, конечно, высота. Да, 50-55 лодки современные, они как раз… Понятно. Ну да, вот я одной рукой ее совершенно спокойно поставил. Я вчера разговаривал с клиентом, который позвонил мне с вопросом и говорит, вот у меня такая задача, я купил себе North Silver, вот, и я хочу в нем ночевать. Можешь ли ты посоветовать стойку, которую я могу быстро демонтировать? Да. Ну, для этого есть только стандартное пока у меня предложение. Mm-hmm. Вот такое. Быстросъемный планец, угу. Который крепится. То есть к стойке ты стойку поставил, и это работает, да? То есть кинематика стойки не страдает? Не страдает. Немножечко маленький шат, конечно, есть, потому что стандартная труба тоже ходит все-таки в этом планце. Да, понятно. Вот. Но в ближайшее время мы сделаем быстросъемный планец специально для наших стоек, который будет надежно ее крепить к полу жестко. Угу. И это уже будет решение, которое потребует убрать вот этот полностью планец. Спринг, основание, да. Там будет свой крепежный элемент, но зато стойка будет защелкиваться надежно. Угу, понятно. Друзья, хочу сказать, что эти стойки можно совершенно запросто купить у нас в Утлапро, установить на свой катер. Мы давно сотрудничаем с Алексеем, даем ему обратную связь какую-то, да, и он, так сказать, всегда нам с радостью, а порой даже и вне очереди, когда все стойки раскуплены. Ну, я надеюсь, в этом году уже такого не будет, да, что... Будем выполнять запасы. Да, что запасы красиво. Вы подготовитесь. В прошлом году не были готовы. Готово к спросу, я так понимаю. Немножко. Вот. А в этом году все будет в наличии. Но, тем не менее, у нас, кстати, по-моему, что-то даже в наличии есть, да, на сегодняшний момент. Я стараюсь вам приводить всегда. Да, да. Вот. Ну, что ж, успехов в новом сезоне. Хорошей тебе рыбалки. Вот. Ждем у себя в Кашире в гости. Ты обещаешь приехать. Знаешь, надо на камеру пообещать, что приеду. Я приеду. Вот. Спасибо большое за приглашение. Да. Так что обязательно приезжай. Ну, а тебе хорошей выставки и новых хороших клиентов. Спасибо большое. Всегда Александр. Рады. Да. Пока. Спасибо. Пойдемте дальше. Друзья, я атакован, можно сказать, хайпующим русфишингом. Это сайт номер один по рыбалке в России, да и, наверное, в мире. Скажите, мне кажется, более развернутого портала, где одновременно находится такое количество людей, увлекающихся рыбалкой, в мире не существует. Ну, слушай, это не только более масштабный, да, проект вообще с точки зрения форума, с точки зрения целевой аудитории рыбаков. Да. Мы еще один из самых старых, древних и
со своей историей форму. Это да, ты имеешь в виду, что у вас такой древний движок? Ну, можно сказать, что и древний. Русфишингу в этом году 18 лет. Совершеннолетие. Это история совершеннолетия, да. Более 300 тысяч человек у нас на форуме. Более 100 мероприятий мы проводим с точки зрения ивента, событийности. Самый активный форум, надо заметить еще, да? Самый активный форум. Вот. Ну, насчет движка это, конечно, шутка. Хотя вообще бытует мнение, что, допустим, Автору, который один из самых мощнейших был форумов в свое время, когда поменял движок, стал даже на новый дизайн, 10% всегда уходит. Поэтому ваш движок работает, работает классно. И мы же понимаем, что движок – это совсем другое. Да, это не сайт. Движок – это внутри нас. У нас, конечно, топливо конечно, хорошее, сайт. Конечно. В этом году, скажите мне, все водомоторники стремятся попасть на «Золотого судака». Все закрыто. Все уже, ну все, еще есть места? Нет, ну мест нет, 32 нет. команды, да, 20 да, да, регионов да, да. России. Все закрыто. В этом году уже буквально вот сейчас, кстати, в этом году «Золотой судак» отмечает юбилей, десятилетие свое. 10 лет. 10 лет турнир, который один из самых долгоживущих турниров. Ну и вообще один из самых первых турниров. И один из самых первых турниров, как раз именно вот таких профильных. Скажи, пожалуйста, а унции продолжают дарить? Или теперь это судак? Теперь мы сделали небольшой, так знаешь, новомодно было сказано, ребрейдинг. Да. Мы сделали небольшой ребрейдинг, от унции ушли к золотому судаку. Теперь вместо золотой унции главный приз у нас является... Золотой судак. Да, золотой судак. Из золота, так же, как и унции. Ну да, чуть больше. Даже чуть больше. Ну, парни, Русфишинг может себе позволить даже до золотого судака. Вообще без проблем. Слушайте, рад был видеть. Вообще выставка классная штука такая. Вам столько позитива. Мы почему начали снимать на самом деле все это дело? Потому что я понял, что встречаешься, позитив просто потом он куда-то растворяется. А так зашел на YouTube-канал, посмотрел. Вспомнил. И сразу наполнился этим позитивом. Ну, правильная же тема, да? 100%. Поэтому заходите к нам на наш YouTube-канал.